Всем привет, всем привет. Меня зовут Максим Калов, GG Family. Сегодня у нас игрушечка Фиджмент Крит Вали. Какая-то страшная деревня. Это вторая часть уже. Мне вот прям назад настраивал. Название знакомо, но я посмотрел на канале, ролика нет. Так что фиг знает, может быть, просто где-то что-то видел. Погнали играть. Без понятия, что за игра. Но вроде бы вышла совсем-совсем недавно. Есть русский язык. А, это квест, что ли? А куда мы идем сейчас? Что-то здесь становится мрачновато. Просто иди за мной, Пайпер. Кошмар побежал туда. Скорее, Дасти, еще немного, и разум поглотит тьма. Ну и что, страх темноты не такой уж и пугающий. Ух ты ж, ёшки-матрешки. Бу! Ха-ха-ха-ха! Вас ждет смерти в кромешном мраке. Бегите же навстречу тьме, глупые светляки. Так, как играть? Какая маленькая. Да расслабься, мы справимся с кошмарами и пострашнее. А, справлялись. А ведь и правда. Оптимизму храбрости все нипочем. Правильно мыслишь, птичка, у нас все получится. Так, идти на W. Вот он, свет в конце туннеля, а теперь что? Так, деремся. Нам через этот мрак не пройти. Для фонарного стула нужна глубокая... Да что так быстро? Глубокая синапсная батарея. Так, надо найти синапсную батарею. А это что такое? Нет, ничего не получается. А, это цветочки такие. Все, хорошо. Нет. Бля. Я думал, прыжки тут есть. Впереди, Дасти, впереди злобный куст. Видимо, он сказал, что моему мечу все не помеха. Расчистит нам путь. Там их по листикам разберем. А вот и батарея. Голубая синапсная батарея. Отлично. Прольем немного света на это место. Блин, это Dark Souls прям такой, да? Для фонарного стола нужно... А, это я знаю. А, инвентарь. Использовать. Ничего себе. Ура, освещай путь, Дасти. Это что за... Смотри-ка, вокруг дерева вертятся нейроны выносливости. Нужно собрать их. То, что доктор прописал. А еще? А еще? А куда они? А, все, я вижу, куда. Собственно, они сами, да, разваливаются тогда. Так, запись идет. Что? А как мне... Он сможет через них там, типа... Опачки. Опачки. О, ай! Опачки. На-на! А, ну с него хпшка выпала. Окей. Бедняжка. Что-то, блин... Ненавижу игры, где происходит какое-то действие, и надо еще и читать в это время. Но у меня как бы глаза не так работают. Будут в меня стрелять, да? А, я сейчас заберу. Ой, Дасти, теперь мы не сможем вернуться. А тут? Я пройти не смогу. Надо сначала сюда какой-то поставить, а потом уже туда, да? Смотри, паз для ротанца. Ну да, но сейчас мы поставим сюда. Заберем там. Q, E. Ну вот, Дасти. Да я... Меня учишь.
А туда зачем мне? Подожди. Мы же можем еще проверить, что там наверху. Жаль, что я не могу дальше посмотреть. Так, да, вот такую вот ставим. А, нужна еще оранжевая, еще одна. Все, я понял теперь. А как понять, какая нужна именно батарея? Это что-то я не пойму. Ой, рыбки, рыбки. Так, будет сейчас драка, потому что нам тут дают кафешку. Ой, осторожнее, Дасти, там хряк. Не сбежите, недоумки. Все равно отобъять мы вам не уйти. Опачки, тихо. Ой, он поет. Да я... Как его бить-то? Я что-то ничего не понял. Да подожди, слышь. А, надо просто было тянуть время. Воу-воу-воу. Да, надо было, оказывается, просто тянуть время, а я пытался драться. Блин, прикольно, здесь поют песни. Это здорово, это забавно. Пойдем. Прикольная игрушка. Блин, если тут, ну... Саундтрек такой. Я же могу, да, забирать? Да, могу. А теперь оранжевая батарейка. И еще одна оранжевая. Наконец-то! Путь свободен. Как-то здесь слишком мрачно даже для меня. У меня есть еще синяя батарейка. Подожди. Тут не пробегал мимо окорок переросток. Не мешайте мне, я вот-вот постигну смысл жизни. Что это было? Да так, просто мысли. Так, а как мне наверх? Это ты... Да, только мрак вокруг. Да, мы не пройдем. Блин, забываю постоянно выключать эти уведомления. Тихо. А, это которые стреляют, да, тихо. Все, я уже приноровился. А ты слышишь, ты не слишком часто стреляешь? Мне кажется, слишком. А, он не собирает лишнее, все хорошо. Атака с кувырком. Ага, понял. Так, сюда синее, но у меня потому что другого нету больше. Но это как-то мало. А-а-а. Яйкс. Да. Опасненько, опасненько. Ну ничего, мы пройдем. Блин, а музыка-то реально... Блин, вроде бы первая часть, она была просто... Какими-то музыкальными... Блин, вот сюда вот надо зайти. Какими-то... Я вспомнил, мне кажется, первую часть. Что это? Что он делает? Это я зарядил его или что? А они сойдутся, интересно, в одной точке теперь? Ну да, все. Я, наверное, его как-то включил или что? Типа того. Ай, больно. Да, тут все завязано на музыке. Блин, вроде бы первую часть я помню. Вроде бы даже записывал.
Тут мы сейчас разберемся быстренько, вот он вообще. Нажмем на кнопку. А, окей, отлично. Я надеюсь, ты не временная. Блин, опять стреляшки. Хорош, тихо. Ай. Я вам говорю, Dark Souls, только такой детский музыкальный Dark Souls. No need to quake in your feathers, Piper. You're accompanied by courage. I'll think of something. Не буду дерево ломать, мне, в принципе, и так нормально хпшки. Хотя, если мне так дают много, наверное, надо чуточек хотя бы взять. Еще одну. Сейчас будет хряк, да? Ну да. Готовьтесь, тьма поглотить вас. Лишь темнота придет, почуешь я здесь. Тебя хватит страх, что кто-то тебя вмиг съест. Что делает вот эта штука? А, я понял. Так, а продолжение песни. Теперь мне надо на ту сторону, да? Ага. Куда надо поставить ее? Все хорошо, сейчас пойдем за кряком. Сзади и все, не вопрос. Только не какай. Что это? Зачем? А, он маленький взял. Такой малыш. Жжется. Свет открыл его истинный облик. Ха, такой крохи, ничего тут. А, такой милаха. Пойдем, я тебя заберу себе. Куда пнуть? Зачем? А, это первая стадия только была. Смерть в кромажном мраке. Так, а как я тут пройду? Все, успокоился, да? Не, ну музыка действительно. Так, давай, беги. Ай-яй-яй, не успел. Надо успевать вот сейчас. Вот и все. Так, а мне хпшечку надо одну прям. Спасибо. Ну блин, я не хочу пинать его. А делать нечего. Так, это босс. Чап-чап, я чап-чапую. Тихо. Не туда. Свинья, отстань, пожалуйста. Сюда ты не пройдешь, Эврика. Ух, будто марафон пробежали. И не говори. Как же я обожаю тьму с кошмарами. Но что произошло? Теперь я знаю, в чем смысл жизни. Том? Что? О, нет. Не то. Проехали. Как же мне надоели эти неясные объяснения. А еще кошмар сбежал. Не волнуйся, Дасти. Уверена, мы его найдем.
Конечно. Okay, Piper. Ладно, Пайпер, right. Ты права. Let's go end this hog. Пора завалить кабана. Чувак, пусти нас. Go away. I must think. Да, я понял. Whatever. Истина где-то рядом. Блин, игрушка прикольная. Действительно. Я еще никогда не была так далеко на заводках разума. Или на дворках. Свалка инструментов? Или может мечта разума стать музыкантом? Да, было время. Тогда музыка была повсюду. Но мечта эта рухнула и теперь покоится здесь. Да, теперь мы похоронили тут еще и кошмар. Не, ну свинья-то не прошла. Это сюда или что? Кажется, пришло что? Сейчас будем петь. Да? Главные звезды шоу уже тут. Теперь не что? Третий зон. Готовьтесь, тьма, поглотить вас. Так, я не буду петь, ладно. Ладно уж. Куда? Ай, успел. Так, а что с этими штуками делать, которые опускались? Тихо. Это что такое? А, это фонари просто опускаются. Все, я понял. Да блин, тут музыкантом станешь так. Давай, погнали. Капец. Ты чё? Ряк. Совсем, что ли? Опачки, 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 я вижу, вижу. Быстро. Блин, не успел. Конечно же. Как могло быть по-другому? Ха-ха-ха. Вообще-то он сказал, что... Да будет свет, типа. Что такое? Боязнь сцены? Ха, отжарился. Черный кабан повержен. Совершенно обычный день. Конечно же. Теперь разум свободен от страха темноты. А это все в голове было? Мы просто боялись темноты? Мам? Мам? А папа скоро вернется? Папочка, наверное, просто засиделся на работе. Уверена, вот-вот он придет. Погоди минутку, солнышко. Привет, ты где? Привет, я тут взял перерыв, а сейчас в новом доме. Анжела, скоро он будет наш, осталось только бумаги подписать. Так что я сразу за ним помчался. Отличные вести, правда? Ага, отличный. А столик у нас на 8 заказан, да? Меня будет через полчаса. Пап, я уже забыл, почистила. Где моя сказка на ночь? О, свидание. Она разве сегодня? Слушай, я тут еще не закончил. Боюсь, у нас вряд ли получится. Что, задерживаться? Серьезно? Опять? Ох, ну уж прости, что я работаю, чтобы мы смогли купить дом. Да, конечно, сразу видно, что для тебя важнее. Слушай, мне пора. Мэрли Ликт,
Что ты здесь делаешь? Явился я, чтобы поручить вам очень важную задачу. Не вопрос, мэр. Только попроси, мы все сделаем. Моральный компас поразил мне неизвестное искажение все убеждения. От этого страдает разум. То есть в долине веры что-то стряслось? Ступает по земле еще одна кошмарная проказа. Короче, я не буду сейчас читать, потому что типа музыка идет. Не верится даже, скоро мы будем в долине. Да вот такая вот игрушечка. Получается, всю игру мы будем ходить в разуме мужичка этого и пытаться подавить его страхи. Сначала вот у него была боязнь темноты, теперь у него появилась неуверенность, я так понимаю, потому что он поссорился с женой. Тропа убеждений. Долина Веры. Здесь разум формирует мировоззрение, так? Вроде бы тут все по-прежнему. В реальности она куда круче, чем в книжках. Вечно с закрытым разумом звучит так себе. Ладно, давай отыщем способ снова открыть разум. You can count on us, Mayor. See you back home. Come on, Piper. Let's go. Это какой-то рэп-баттл, блин. Так, ну я думаю, на этом мы закончим. Игрушка прикольная. Такая позитивненькая, мне кажется, веселая и жизнерадостная. Хотя темы затрагиваются, наверное, тут не самые простые. В общем, всем советую, на самом деле, да, на этом мы заканчиваем, ребятушки. Всем спасибо за просмотр. Если видосик понравился, то ставь лайк, подписывайся, кто этого еще не сделал. Ставь лайк, пиши комментарий. Все как обычно. На этом все. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.